он хорош, когда после купола, а с другой стороны до купола такое себе. На второй фазе даже неплохо. Так что вот сижу, думаю пока что. Может, Настю в Элема спекнуть? У меня нет шмота Элема. Сила шмот, сила шмот. И что-то Бронсон ник какой-то. Но я сет еще не набрала. И меткости маловато. Это человек, знакомый просто. Ну, что-то у меня ник как-то на слуху. Да я с ним раньше, он был в моем составе. Когда еще в карат обычка, в румагик обычка открывали. Вот он со мной в составе ходил. Потом забил на игру. Сейчас вот верну. Типа я ему сказал, типа гильдию не возьму, пока сам не закроешь заломан с пугами. И все эту херню. Короче, пока доступ у себя все не пооткрываешь. Он, короче, доступ у всех пооткрывал себе. Более-менее идешь. Нормально. Человек за 2 недели одел 262 из 240-го. Причем 4Т5, 4Т4 апнул. 2 тринкета себе выбил. Стелка полностью закрыт. Ломан закрыт. За 2 недели все. Некоторые, блядь, полгода не могут закрыть зуломан. Пишут, блядь, Настя, продай мне ласта. Угу. Есть такое. А Настя переезжала. Мне тут Кирс понакидал людишек, которые хотят что-то купить. У меня занялась целая страничка ежедневника. Кирс, я скидываю тебе, а ты скидываешь Насте? Ну, на зуломан, да. Нахуя ты тут Кирс последний? Я не знаю, зачем ты через посредник это делаешь. Потому что ты где-то в отъезде там была или... Я переезжала, у меня в чемодане был этот компьютер. Я Настю все скидываю обычно. Если есть возможность, если Насти нет, то скидываю все Кирсу. Или Фарада. Понял, Фарада? Зломан может не скидывать, я туда не буду собирать. Ну, я там по 3-5 в большей степени сбрасываю клиентов. Цепочка передастов. И каждый свой питак перерисовывает, да? Нормально все работает. Все работает. Там? Мне уже, правда, люди пишут, вы заебали, блин. Я только одному написал, он к другому. Ну, у нас работает команда клиентских менеджеров, напиши человеку. Подождите, я с вас соединю с другим сотрудником. Да. Оставайтесь на линии, вот эти первый освободившийся оператор. Свободная касса. А хули он хотел, блин? Свободная касса — это когда клиентов нету. Не, слушай, у меня челик что-то хотел купить мелкое, незначительное, из-за чего рейд собирать целый было бессмысленно. И я ему писала, что типа, если утром, напиши вот этому, если вечером — вот этому, а если их не будет, напиши вот этому. Типа, короче, 4 ника человек запоминал. Нормально. Чё там Кирс написал? Чего? Тут уже давно сидит. Все с Кирсом хорошо. У нас фулл рейд. А Мозер? Мозера нет. Ну, в Дискорде молчит, не отвечает. А кто в курсе, куда Слобик пропал? В доту играет. Прикольно. Вот сейчас Хардстоун играет. Еще лучше. Ну... Чисто открываешь вкладочку, где это онлайн, да? На, я вижу. Все. Видишь, легко палится, да? Напишу ему, пожалуй. Так, короче, сегодня импровизация полностью по меткам. Стойте где хотите, главное, что метеоры закрывались и лужи. Это особенно, когда новые люди, да, в рейд?
какая-то. Именно в этот момент решил. Кто у нас новый? Это человек вчера говорил, я не хочу вайпаться. Бля, если вы все шарите, знаете, и тому подобное есть видос. А кто новый? Кто новый это в рейде? То без проблем. Три тела вроде как. Кто это? Даркис, Локи и Маскет, что ли? Да, не, Войд. А кто? А, два Войда, что ли? А. Конечно. Да, за Термион. Жотан, да Термион милик, блядь, да. Целый бой стоит. Я уверен, что он сдохнет там где-то на второй фазе. Милики больше всех бегают на Джайане. Может, на первой фазе сдохнет уже. У нас три милика, я не первый раз. Да и хуй на них. Вообще, кто-нибудь назначите? Короче, суманите меня просто, для начала. Я уже суманил. Нету сума. Это было 5 минут назад. А, ну, я курил. Ой, ты только не кидай свою лужу, пожалуйста, на куполе. Я чуть не сдох так, цена. Буду в Т4 тогда. У вас и ныров и так дохуище. Ай, принять КДшку. Приходится принимать КД. Так. Слышишь, короче, пускай этот Тимыч водит этих петухов, а я в одного затанчу там и моба, и босса. Че, спекаться? Да, спекайся. Петухов водить, пекайся. Так, сейчас запускаю босс, короче. Рыбу ставлю. Рыбу поставил, бафы раздаем. Сопрот пить. Так, единственное, что хилов распределил. Денчик, трусы. Простатец, ромбик. Этот, Настя, луна. Япончик, шторы, печенье. Япончик что? Печеньки. Со шторами вместе. Печеньки. Повтори еще раз, пожалуйста. Япончик, шторы, печенька, денчик. Трусы, просто отец, ромбик, Настя, луна. Даркис готов, Нартия готова. Все готово, запускаю. Между первой и второй фазой кнопку посередине не забываем. Я штраф по анонсу. Сопрот все выпить. Это так. Кого не будет, значит, все. Не дохнет. Моба сливаем. Второго заберешь. Джайна не зачем? РДД свободная. Выбирайте еще один. DVD сверху собирай. Шторм. Шторм. Шторм разбежались. Он там не сильно бьет, бегай как хочешь. Вообще там, блядь, двигайся, блядь, бегай, что хочешь делать. Через весь рейд там можешь бегать спокойно.
нормально, видишь. Убежались. На скольких стаках-то его надо подводить? 25. Вот я, конечно, покрутишься. Еще 3 стака, 2, 1, где? Торнадо переключайте. Этого слейте, пол хп стоит. Здорово, бери. Погнал тоже. Колток, которого фул хп. Проклятие на Джайне есть? Не вижу. Все, повелся. Шторм, разбегитесь. Шторм. Тимыч пока собирает. Чего сбежались? Выставил трэш за Ленин. РДД больше, по-моему, поддамаживает. Два стака всего. Встал, все эти ночи где. Бить не пусто. Ну, нормально. Блядь, хуёво подвёл, не закрыл портал. Блядь, ФУКП, забирай этого. Забирай с фул хп и быстро собирай сферу. Вот ты прожимаешься. Ближе подводить надо. Вдоль обрыва туда-сюда поводи, чтобы поводить, чтобы там уже. Норм. Под боссом слейте моба. Все, сбежали все. Быстро трэш сливаем вообще. Блять, не юзай книжку, Денечка. Это нахрен незачем. Все, веди, подводи поближе. Ты крючком туда заходи, а не так, блядь. Подвигай его вдоль обрыва. Все нормально. Иди. В ту сторону пошли. Там сорвался мопчик. Перебежали все в ромбик стадо. Что там до шторма? 20 секунд еще. Теперь перемешали шторм. Шторм разбежались. Там Тимыч он сверки оставил на прошлой платформе. Иди побегай туда, собери. Все, выбиваемся. Все сбежались. Иди, иди. Поближе старайся подводить. Все, бери следующего. Второго фул хп. Нет, блядь. Забрал.
сферу. Что? Разбежались. Где? Рейндж набрали. Чего, разбежались все? Тенчик, где стоишь? Просто так. Тоже ты. Все, давай так. Вас так. Сейчас Тимыч, веди. Не убейте. Веди, не бейте. Ну, блядь. Иди быстрее. Быстрее, 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 иди туда. Набиваем мелкие. Все, стали. Там. Готовимся нажимать посередине экрана кнопку. Еще бы два хотя бы тихо. Нажали кнопку. Держим, не двигаемся. Кто рядом с ромбиком, в ромбике стоите, ребят. Этот, гримперсик локи поднимешь? Так, тоже. Так, готовимся, сейчас лучи будут, метки. Отбегаем. Лучи. Типа, Фарада, Термион выбежали, Нарсия, Настя, Войд. Метеоры закрыли. Просел. Имперщик поднимет, там смести сделан. Бьем дальше. Лучи отбежали все нахуй оттуда. Стали в метки. Просил Локи. Метки. Дебафы. Вот, Кирс, просто отец, Денчик, ДКшка, Блад. Закрыли метеоры. Браска. Съел. Хил. Боссы идут. Стали по меткам. Подстава, блядь. Есть сейф Т4? Нет. Ну хуёво. Враска дашь мастера вот. И дефы на ком эти дебафы. Свои прожмите. Так, просто сразу кого поднять? Локи, ты серьезно? Локи поднять. Да, Локи, понимаю, лучи. Что ты под боссом делаешь на показа? Враска, метки вынесли. Пять так. Теория. 10 уже. Заберите. Черный закрыт. В луне вообще, блять, один человек. И то есть. Почему мы в метеор закрыли? Рядом? Два, еще я. Может, ляжем уже? Миказа, телефон скажет, блядь, вообще не видишь костов босса, лучи там, блядь, когда надо стоять в метке. Для метеоры, что надо, блядь, сделать. РДДшников в луне вообще нету. Или этот, или, блядь, ну, РДДшников, понятно. Я не видел, да, РДД. В луне стоят одни милики. Дальше этот, по поводу, блядь, когда идет коллапс, блядь, почему не прожимаетесь, если дебаф от лужи ловите? ДКшка зеленку сложно прожать. Или зип. Я до всех, до кого дотянулся, заабсорбил. Ну, следующего пула ГПшка начинается. Давайте. Все. Блин, назначь на метки просто, проще. Не надо никого назначать. Я бегал, закрывал везде. Штора прибежишь, короче, не снишь. А, он уже просто отец. Давай просто распределим. Ну, окей, чё кнопку прожать не. Не надо ничего распределять. Чем? Мозг включаем немножко.
Я 100% даю, что третью фазу нам заплатят милики. Скорее всего. Да ничего не надо кошем снимать. Если спрыгнуть, тело в центре появляется, да? Хуй его знает. Рыба стоит. Где мы? Поднимите друида. Да не надо, пускай там БРКД 7 минут. Просто ну, на второй фазе он, ну, два окна не побегаешь, не повыносишь лужу. Блять, так ты его поставишь, знаешь как? Вот так. Да где? Я ставил. Вот где-то вот здесь вот поставь. Чтобы не через метр от огонь шел. Вон ну вот а лужа сел. На нем будет. Ну лужа будет, лужа пойдет вот так. Те, кто метки будет стоять, их не заденет. Не, имею в виду этот взрывоопасный пламя. Так я про это и говорю. Ты поставь его. Или знаешь, куда лучше поставь? Там либо ставь луч, либо дело. Лужа через метку пойдет. Но я ставил уже, просто его скидывает лучом. Не, поставь его вот сюда. Вот здесь он никому мешать не будет вообще. Поставь его вот сюда. Даже если лучи будут, Мишка не сдохнет. Ну, то есть на лучи попадет. Вот кинет немного назад и все. Потом еще немножко назад откинет. И все, он не должен сдохнуть. Да, запускай. Оба. Пончик, запусти босса. Нам просто надо жить на второй фазе, чтобы никто не вдох. И дамажить босса. 50% переведете, там легче. Там просто все будут стоять в одной точке РДД и дамажить босса, милики. Бегать там вот, если что, затанчится. Все нам... Стараться до купола снести по максимуму. Кнопочку сливаем пока что. Не сливайте этого первого. Тимник забрал кого-то. Ну не бейте вы его, блядь. Если дот, блядь, не знаю чего. Хуешка. Когда подводит. Тимыч, запомни, всегда второй. Вот. Шторм, надевайте шарфик, шапку. Ты заберешь шапку? Вон сверху лежат, собирают. Вы видите, только АОЕшка. Солотаргет бейте. Ну, лучше бейте мобов, которые на войде.
эти ауешки. Видите? Давай там 5 стаков ищу. РДД по мобам, которые на войне. Давайте. Все, веди. Два моба. Что? В ту сторону уже все должны перебежать. Тимыч, забирай мобы и пока что там, да, собирай сверки. Шторм 9 секунд. Шторм, шторм. Потом пойдешь пока шторм там собирать, где стояли все. Рен тоже же арканом бьет, да? Да. Угу. На первой фазе. Короче, паладином танчит теперь. Спокойно, в общем. Там РДД подбивайте, 25 стак. Мобов, которые на войде. Идти мне. Меня выкинул. Хуёво. Что Персика, ты в сове был, да? Да, я в сове. Бейте же.
Кнопку готовьтесь нажимать. Нажали. Я даже не знал, что фазу. Лучи. У меня ни каста нет. Вроде. Метки вынесли. Япончик, Фарада, Тимыч, ДК, Блад, Войт. Треугольники, что это за хуйня? Это мой косяк, я случайно. Ты чё, блядь? Лучи. Метки. Энджи просите. Просто отец на пси, я монород. 10 пока. Не успели закрыть метеор. Так луна даже не двинулась в ту сторону. Я бежал. Блять, ты в печеньке был, не будет. Я везде. Вообще слакает очень сильно. На мне дебаф. Кому БР дать? Лёха. Никому, прожмитесь. Просто Мишка пока что самый. Это не ну, красиво. Сразу минус. Ложитесь. Не закрытый метеор, это все печаль. Блять, стоит луна, там человека 2-3, даже не двинулось вообще ни вправо, ни влево. Не двинулось. Кто, блять, бежал туда с этой бомбой ебучей? Как туда было встать? В смысле? Кто там был с бомбой? Мы с пианистом я, туда например, не могу закрывать второй метеор, я вот с одним сдохну. Я зашел на край, тоже встал. Я не знаю, почему Вага умер. Я стоял с вами, что думаешь, я не забегу в этот метеор, блять? Ты не про то эту херню. Прости, мы про другую херню. Вы про метеор, правильно? Да. Ну так я тоже был в этом метеоре. Там в луне была еще был бомба. Слева метеор и справа метеор. Вот в правый никто не побежал. Все ясно. Ну я вот левый закрыл и сдох. Вот, да ты сдох, потому что вот этот метеор не накрыли. Который здесь. Да, вот с кружка рядом, который был. Я его там даже и не видел. Нам из кружка хуёво было туда идти, потому он что здесь огонь был, но... хера. Вот здесь уже был. Вы должны были в луне перейти туда. В чем проблема-то, ребят? У шамана нет никаких сейвов. Я с одним дебафом, всё, блин, подыхаю. Вот здесь, вот. Второй дебаф не могла ловить. Он был ближе к луне, этот метеор, чем печеньки. А вот он в звездочке был, вот здесь. Я его не видел. Просто, блядь, стоят люди, волоебят под этим, под боссом, блядь, не бегают, не закрывают. Блядь. И танки. Закрывайте, блядь, тоже метеоры. Сейчас поберем. Кину сейчас сопрот, блядь. Персик, заходи, поднимайся. Иду. Это я вам говорил. Брать вот этих вагончиков полезно. Творится вообще картина. Если что, я готов. Какой готов? Я сейчас паладина камень, этот фласк. Дика, блядь. Не хочу вот эти вайпаться с вагонами, блядь. Да, слушай, тут и старенькие косячат. Диким пламенем метеоры закрывают, лужи разливают. Так что не только в новеньких дела. Да я даже закрывать не хотел, я побежал мимо него, ну дальше типа. Смотрю, что будет. Я не про тебя, а про Штора. На предыдущем поле. Не хз вообще. Никто не хочет убивать босса. Хотите. Мне это он нахуй не нужен, типа. Смотрите сами. Мне вообще, кроме ОКХМ, нихуя не нужно этот.
А вот вам, там большинство, надо ж, босс. И, кстати, по поводу дебаф. Хуёво выносите дебаф. Спустя дебафы должны выноситься в одно место. То есть лево, право, блядь, и выноситься подальше, а не так, блядь, что я бегу, и у меня, блядь, дебаф на малом круге. То есть банально, если метеор надо будет бежать, закрывать, то, блядь, я хуй его знает, что я буду делать. В лужу лезть? Не вариант тоже. Меня я пока отходил, бил, это, так и свободно стоим, понятно?